Керман Галкин, главный редактор интернет-издания «Лента Чел» и профессионал в сфере журналистики, провел мастер-класс «Информационная лента в интернете». По его мнению, главная задача журналиста – задавать вопросы и сомневаться. Керман Евгеньевич затронул тему перспектив профессии журналиста. Он считает, что поле деятельности огромно, поскольку в стране много неосвещенных проблем. А челябинским журналистам стоит обратить внимание на города области. Перспективы региональной журналистики, они неразрывно связаны с перспективами журналистики в России вообще. И я могу только пожелать тому, чтобы больше разных точек зрения звучало по поводу тех или иных событий в средствах массовой информации Челябинской области, чтобы больше было комментаторов, больше людей, которые отстаивают свою точку зрения. Герман Евгеньевич поговорил с участниками мастер-класса о подводных камнях профессии. Кроме того, специалист убежден, журналистика в России должна быть расследовательской, она нужна обществу. Также рассказал юным журналистам о случаях из собственной практики. Ну, мастер-класс, он был вообще по-настоящему классным, потому что, ну, я много, во-первых, подчеркнул, даже не знаний, а опыта. И знаю, как, например, поступить как в той или иной ситуации. Ну и вообще, человек, который преподносил нам мастер-класс, красавчик. Ведущий мастер-класса отметил, что проблема журналистики в неквалифицированных кадрах и дал молодым журналистам совет, как можно скорее определиться с приоритетным направлением работы и стремительно в нем развиваться.